Привет, друзья, с вами Кик. Я не знаю, откуда берутся эти редакторы в Forbes, честное слово. А в этой новости у нас Хум, который Ripple Killer. Да. Почему я говорю, я не знаю, откуда берутся эти редакторы? Потому что просто по фактам давайте пройдемся, да? Хум работает на Airport. Airport – партнер RippleNet. Кстати, тут важно то, что Airport также работает с RIA. А RIA тоже работает с RippleNet. Идем дальше. Хум от PayPal. PayPal от eBay. Вы слышали когда-нибудь про компанию Aiden? Это вот этот материал из приватного канала. Смотрите, Aiden – одна из самых больших глобальных обработчик платежей во всем мире. Начиная с кредитных карт до точки кэшевого обмена. И вот PayPal подписал соглашение с Aiden для того, чтобы вся финансовая система обработок финансов в eBay и во всех его дочерних компаниях поднялась на совершенно новый уровень. И по качеству обслуживания, и по быстроте, и по гарантии переводов. То есть Aiden, вся инфраструктура Aiden будет использована для того, чтобы поднять все это на другой уровень. Ну вот Aiden до этого соглашения подписал соглашение с Ripple. В соглашении PayPal и Aiden намечается дата, начиная с 2020 года, середины этого года они будут уже внедрять эти технологии. То есть, с одной стороны, у нас есть Хум, который работает на Airport, который партнер RippleNet. Также RIA, который тоже партнер RippleNet. С другой стороны, у нас есть eBay, который напрямую работает с Aiden, который напрямую работает с Ripple. Так что, зная все это, а все это для того, чтобы узнать, наверное, нужно потратить... Сколько я потратил? 2 недели. А вот Forbes или Yahoo Finance, они что там работают? Они просто прочитали Хума, чем это связывает? С биткоином, убийца биткоина? Нет, не прокатит. Убийца эфириум не то. Что еще есть? Верк сдохла, когда подключила партнерство с Pornhub. Да, с Ripple. Давайте напишем. Убийца Ripple. Ну ладно. Много такой информации. Очень deep, скажем так, на закрытом канале. Подробности в описании. Спасибо, увидимся.